В Екатеринбурге сотрудники городской госавтоинспекции вычислили и покарали по административке 4 автобусников, которые вчера посредь бела дня и дороги устроили разборочку на академика Бардина возле микрохирургии глаза, что в юго-западном спальнике уральской столицы. Напомню, что пожилой пилот автобуса 05 номера на остановке не пропустил 047. Тот его догнал. Крепенький рулевой выскочил на дорогу и стал что-то доказывать на своем наречии более взрослому оппоненту. За последнего попытался вступиться его маленький кондуктор, но получилось это как-то не очень убедительно. Вскоре возле конфликтной ситуации тормознулся встречный автобус. Из него выскочил еще один пилот крепкого телосложения и рукой толкнул низкорослого кондуктора. В общем, по большому счету, неважно, кто из них был прав или не прав в ситуации на остановке. Пропустил, не пропустил, ну, обычная борьба за пассажира. А вот в ситуации на разборке они все четверо оказались неправы. Потому что, во-первых, задержали пассажиров, но это ненаказуемо. А во-вторых, они все выперлись на проезжую часть без цели ее перехода. Это штраф всем четверым, как для косячных пешеходов, по 500 рублей на лицо. По правилам дорожного движения, где двигаются пешеходы? Водитель, по тротуару. Я водитель. А вы передвигались по проезжей части. Вы были обойти справа и на тротуар пройти и продолжить свое общение. В данный момент на видео вы все находились на проезжей части, там, где движется транспорт. И создавали помехи другим водителям. Вам даже сигналят водителя, объезжая вас. Ну, кстати сказать, за создание помехи на дороге водителям двух автобусов выписали еще по 2000 штрафа на каждого. На улице Серафимы Дерябиной между водителями общественного транспорта произошел конфликт на проезжей части дороги. Сотрудниками госавтоинспекции по данному факту проведена проверка. Все участники конфликта установлены. В настоящий момент все четверо привлечены к административной ответственности за нахождение на проезжей части дороги без цели ее перехода. Также в отношении двух водителей автобусов составлены административные материалы за создание препятствий для движения другим транспортным средством.